Sega. Нашей первой игрой была Total War Shogun. Это была стратегия, в которую можно было играть на iOS и Android, на планшете или телефоне. Можно было строить свою базу, улучшать ее, заниматься экономикой, управлять своим войском и нападать на противников. Игрокам она очень понравилась, и мы даже выиграли несколько наград. Kingdom — отличный проект от Total War. И для нас он является огромным прыжком вперед, так сказать, эволюцией в плане объемов и глубины игры. Огромное отличие заключается в том, что это кроссплатформенная онлайн-игра, и вы можете играть вместе с кем-то, и неважно, на каком девайсе играете именно вы. Вы можете перейти с ПК на Mac или планшет и играть в том же самом мире, где вы были до этого. Kingdom создали Creative Assembly, команда поистине преданная своему делу. Мы работали отдельно от команды ПК, что дало нам некую свободу. Мы смогли взять ДНК Total War и оставить ощущение той огромной тактической стратегии, но в то же время сделать ее максимально доступной и удобной для остальных платформ. Наша команда значительно выросла с момента релиза Сёгуна. Тогда в ней было человек 6, а сейчас нас уже 20. И это значит, что мы можем сосредоточиться на создании большей, более глубокой и богатой игры в плане геймплея, чего, мне кажется, не хватало нам в начале. Kingdom намного глубже, чем Сёгун, и гораздо больше по масштабу. В этот раз вы можете создавать целое государство. И говоря «создать», мы имеем в виду полное значение слова. Вы можете выбирать местоположение и как будет ваш город построен. И вы будете принимать подобные решения на протяжении всей игры. То есть буквально создавать свое государство. В Total War Kingdom действие происходит в Англии начала 10 века. Темные времена, времена войн и хаоса. Лорды сражаются за превосходство, в то время как викинги осуществляют налеты на земли. Вы начинаете как молодой представитель знати, получивший отцовские земли, точнее руины. Поэтому ваша задача — возродить королевство, собрать ресурсы и создать войска. Вы будете сражаться против других игроков в попытке обогатиться землями и богатством. Битвы длятся около 3-4 минут. Интенсивные тактические сражения, где вам придется направлять ваши войска как можно выгоднее, чтобы контратаковать действия вашего врага. Например, если ваш враг использует кавалерию для атаки, вам выгоднее всего выставить своих копейщиков для контратаки, ну и не забывать следить, что творится в задних рядах. Может быть, использовать лучников, чтобы убить вражеских копейщиков. Мы упорно работали, чтобы создать отличную игру. Такую, в которую вы могли бы заглянуть хотя бы на пару минут с планшета. Потому что вы где-то не дома, но это не беда, так как она кроссплатформенная. Ну и с другой стороны, чтобы она имела глубину и затягивала надолго. И вы бы хотели возвращаться в нее, выстраивать свое королевство, свою армию. И в конце концов, взойти на трон. Total War Battle Kingdom. Регистрируйся и подписывайся на закрытый бета-тест.